В своей речи президент Садыр Джапаров отметил достижения и успехи спортсменов Кыргызстана. Они с гордостью представляют страну на международных спортивных соревнованиях. Также глава государства отметил, что в Кыргызстане большое число любителей футбола. Мечта футболистов и фанатов о новом современном стадионе, можно сказать, сбылась, отметил Садыр Джапаров. О строительстве нового стадиона мы говорили давно. И вот, чтобы реализовать все задуманное и воплотить мечту многих граждан, мы собрались здесь, чтобы заложить капсулу по строительству нового стадиона. Необходимое строительство стадиона особенно отмечала молодежь. Сегодня мы даем старт его строительству. Президент отметил, что уже в будущем любители спорта смогут смотреть футбольные матчи на современном стадионе со всеми удобствами. Здесь мы сможем проводить не только игры наших футбольных команд, но и крупные матчи на международном уровне. Раньше все спортивные мероприятия мы проводили на стадионе имени Дәулетхан Умурзакова. В будущем мы планируем его реконструировать. Кроме того, необходимо отметить, что из всех стран Центральной Азии первыми открываем академии клуба Барселоны. После официальной речи президент заложил капсулу под строительство нового стадиона. Новый стадион вместимостью 30 человек будет располагаться в селе Урок неподалеку от ТЭЦ-2. Отметим, что общая территория стадиона будет составлять более 20 гектаров. Здесь также планируется разместить коммерческие объекты. Это магазины, рестораны, а также отели. Этот стадион нам нужен как воздух, как глоток для национальной сборной, для детей, для народа, чтобы народ не на «Спартак». Я ничего не хочу про наш старый стадион сказать, но нам нужен новый, современный стадион, чтобы народ приходил и получал удовольствие от игры наших сборных, от игры сборных других стран, чтобы это было красиво, чтобы это было ярко. В мероприятии приняли участие спортсмены, также президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта. Он с удовлетворением отметил видение и отношение президента к развитию спорта в стране. Также он выразил уверенность в том, что открытие клубов «Барселоны» в Кыргызстане позволит испанским футболистам поделиться опытом с кыргызскими спортсменами. Я принял участие в закладке капсулы футбольного клуба «Барселона». Также президент Садыр Джапаров заложил капсулу под строительство нового стадиона. Руководство вашей страны уделяет особое внимание развитию спорта. Это, несомненно, крайне важно для спортсменов и для подрастающего поколения. Как отмечают сами футболисты, в настоящее время со стороны государства уделяют особое внимание развитию спорта и, в частности, футбола в Кыргызстане. Со стороны государства, со стороны президента сейчас оказывается очень большая поддержка нам. Со стороны фонда президента выделяются деньги для поддержания наших сборных команд, которые готовятся к Кубку Азии и отборочные турниры, которые играют наши женские мальчики. Насчет финансирования. А насчет инфраструктуры, вы сами свидетелем стали вчера в Барселона Академии открылся в Джалабаде. Сегодня в Бишкеке сейчас капсулу заложили. И сегодня сейчас стадион. И некоторые стадионы в городах уже начали реконструировать. Для юных спортсменов строительство этого стадиона действительно важно. Как рассказывает футболистка национальной сборной Кыргызстана Махабада Ирбекова, это создаст условия для совершенствования спортивного мастерства. Стадион – это основная часть футбола, как мы все знаем, поэтому стадион нам очень нужен. Тем более в Кыргызстане стадионов очень мало, а тем более мало хороших стадионов. Надеемся, что будет очень большой стадион, надеемся, будет очень много мест для зрителей, для нас будет хорошее поле. Теперь юные футболисты с нетерпением ждут завершения строительства стадиона. По их мнению, он станет хорошей площадкой для проведения крупных спортивных мероприятий международного масштаба. Мы очень рады, что начали строительство нового стадиона. И надеемся, в скором времени он закончится. И мы надеемся, что также в ближайшее время будем принимать уже на нем международные игры и матчи сборной Кыргызстана. Без Симихтана, что Буйруса ушел стадион до Инаюсте. При появлении нового стадиона у нас появится возможность как больше принимать большое количество матчей международных, возможность проводить Кубок Азии. Также в будущем надеюсь, что проведем чемпионат мира на нашем стадионе. В свою очередь глава государства выразил надежду на то, что строительство спортивных объектов по всей стране и открытие Академии клуба «Барселоны» в Кыргызстане станет хорошим подспорьем и стимулом для отечественных спортсменов. Кундуз Кадатаева, Мармалашев, Алатау 24.